Похудели. Ладно. Потрогаться. За святых потрогаться хоть. Спасибо, Христос. Маленькая моя бабонька. Заряжайтесь энергетикой святой. Вот чего приказать. А то мощи пошла на смотрение. Святому приказайте. Живые мощи. Живые мощи. Так, ну что, давайте зайдем туда. Я быстренько с вами по сторонам. Нам загружать надо. У нас очень сжатый график. В эту, в трапезную? Трапезную. Все заходим в трапезную. Пойдемте. Лавочку заносить мы стоим. Оставим здесь. Это чисто. Надя, заходите. Да, я его забираю. Спасибо, Христос. Вам приятно прикоснуться. Приятно прикоснуться. А сегодня мы смолились. Пусть он, во-первых, с ним поговорит, а во-вторых, чтобы он это сама оставил на себя какого-то. Здрасте, с приездом. Спасибо. Ой, как вы? Похудел. Да я меньше всех, кстати, похудел. Вы еще Витю не видели. Тот вообще. Витя, да? Угу. Доктор, я там не забирали, не забрал. Только когда батюшки нет? Галя Кубайкина. Галя Кубайкина, я переключиться тебе надо. А мне показалось. Так, все давайте сейчас умолкнем. Знакомые лица. Понимаете, вот пишут, когда даже смс сбрасывают. Ну, хотя бы подписались. Кто это? Ни одного слова не понятно. Карта в бумажном виде у мамы на пианино. В синей папке лежит. Она говорит, вы собирались заехать. Ждем Божьей вам помощи. Никого нету. От кого? Где? С какой стороны? Только по номеру это определить. А? Ну, номер не высечен, но не подписан. Трудно ли сказать свое имя, которое Бог дал тебе в рождении? Или фамилию по наследству отца? Алла, не у тебя на пианино. Это, так, скорее все. Всего, Анна, похоже, никого Анна не из этого, да? Из Канска. Ну, коротко сказать о том, что... Заехать обещали. Благодарение Богу за помощь молитвенную. Значит, мы первый раз, когда поехали, собирали средства на бензин. А дальше нас подпитывали. Так получалось, что даже не думали. Но сейчас дошло до половины это. Думаю, что дальше мы тоже видим. Если кто добровольно что-то сует, это у нас тут же идет на бензин. Все остальное у нас есть. Значит, это закончилась шестая поездка. Мы пожертвовали книг на библиотеке ровно на 1,5 миллиона. Будучи бедными. Значит, позади что у нас? Не считая Новосибирская, там где-то 7. 31 большой город. Это значит, в Новосибирском 32 места. Серьезных мест. Как Москва. Ну и библиотеки. И 33. И 51 район. Для сравнения, за 3 года мы посетили 56, сегодня неполных, мы 17 июня выехали, неполных 2 месяца, и сами видите, у нас 84 места. Тогда мы выбрали все вокруг Потерявки, на 150 километров, даже более, ну, лишь бы 1000 человек была библиотека. Здесь мы решили по-другому, не возвращаться, это все оправдано. Представь себе, ехать, сейчас мы за Барму едем, а вечером обратно, а теперь мы где-то ночуем, у нас груз с собой, купили машину, переезжаем дальше. Получилось Алтайский край, мы полностью все районы обошли на прошлой неделе, все до одного района. Далеко бывает район, вот так вот районы друг от друга, центры 10 километров, а чтобы попасть туда и сюда, нужно 250 проехать. Мост только в Барнауле. А они на разных сторонах, переезда нет. А у нас задача в каждый центр. Поэтому едем в Барнаул, дальше заворачиваем. Итак, вот последний у нас был, это Масляня Новосибирской области. Она где-то там в углу, можно сказать, северо-восточнее. На одно село 240 километров.
Да попали еще как, ну, подсказали. Или они меня не спрашивали, другой раз свернули. И я говорил с Черепанова, а они в Ленивого. 30 километров сэкономили, но дорога как после бомбежки. Там все выворачивает. Но это не песчаное, где мы тогда попадали и чуть полностью не пропали. 30 километров. Наше счастье было то, что Господь нас вынес. Если бы мы застряли, рвать машину в песке, когда она как в путу проваливается, мы бы погубили машину и просто не вылезли. 30 километров, ни помощи, ни дороги. Короткая дорога, сказали, вначале это асфальт, бац, кончилось, и один песок идет. Прорублена дорога, песок. Ничего нет, колея. Видно, такая палки, как другого, может, вытаскивали. И поэтому видите, гони с горки. На горку что взлететь? А на горку взлетать там корень. Она как через корень не даст. Рессора долой, там, это, бандаж с ними. Мы ничего не знаем. Грохот стоит в машине, только не останавливайся. Если остановиться, пропали. И мы сверху, ни конца, ни края не видать. И когда мы выскочили наружу, тут мы сразу все на молитвы живые. А когда полезли, то там каша. Там что, где лежало, перевернутое. Даже железная новая канистра, и та не выдержала, бензин потек. Потевать стало. Они заметили сразу, я в этих бензиновых парах, я ночую в машине, три ночи было отравлено. Я неделю ходил, не знал где, говорит, вверх, где низ. Ну, Бог помиловал. Теперь мы перешли на Новосибирскую область. Но сегодня нам просто условия такие поставили. Виктор Николаевич отошел от нас. Школа, ему надо готовиться. Он отходит, и вот сейчас он был, вышел брат Андрей Устинов. Ну, он имеет машину, опыт. Видите, поехал как-то да, первый раз. Только что недавно закончил школу на шофера. И за три поездки он наездил 5777 километров. А поездки были недели, там 4 дня, и вторая тоже 5 дней. Это уже у него опыт. Опыт. Ну, вперед едет, а назад совсем не умеет. И поэтому ему назад спятить просто. А я начинаю дергать их, начинаю упрекать, как всегда, а они еще хуже. И говорит, чем больше мы их бьем, тем больше они, говорит, зверонравнее делаются. Ну, дело такое, нажитое будет. Возникает иной раз, ребята, приходится мне там, уже применять власть. Не спорить. Мы договорились здесь, беспрекословное подчинение. За общую безопасность отвечаю я. И поэтому я протаптываю трассу, где следующевать, не топка или место, и как выехать, и все. А они совсем ничего не понимают. Загоняют туда, откуда может никогда не вылезти. Как детишки, я гляжу на них, они дети неразумные. Ну, лет так по 13,5 лет. Одинаковые. Они не соображают еще. Единственное, где у них язык молотит на полную мощность, когда огрызаться нужно. Тут они такое искусство показывают. Ну, приходится гасить просто. Кроме того, что я зануда, я еще и... Ну, есть власть у меня. Полномочия. Ну, и опять сразу стоп. Они не так сразу. Машину стоп. Заглушили. Из машины долой все. На молитву. Помолились, просились. И опять поехали. Все хорошо. Что-то завозникали. Стой, машину глуши. На молитву. У них ничего не получится. Сатана еще пытается сделать, у них ничего не получается. Худо или бедно, 6 поездок позади. Проехали мы северный угол Новосибирска. Теперь у нас богатый арсенал этих библиотек. Когда раз, смотри, вот у меня какая библиотека номер один страны имени Ленина в Москве. Имеет парламентская библиотека Госдумы, имеет историческая, она считается номер два, я думал номер три. Ну а такие поменьше, как Тюмень, Омск, это аэродромы целые. Спрашивает, как встречает? Встречает по-разному, провожает одинаково. Провожает так, как будто это вы там сидите. Молятся, благословляют, просят чаю попить, но мы нигде этого не делаем. Мы в график стараемся войти, а график такой. Выехали мы после утра в понедельник рано, значит, мы должны в пятницу быть дома. В пятницу еще там работаем. Это работа. Работа тяжелая, выматывает. В дороге. Это неожиданность и непонятность. Непонятно то, что приезжаем. Опоздали 5 минут, библиотека закрыта. Мы начинаем в люди лезть по квартирам, спрашивать, где библиотекарь живет. Намеки там сторож знает. В милиции. В одном месте милиции помогла. В другом месте, как говорится, раздербанила нас по щеткам, по листам. Да мало того, передали в уголовный розыск.
А когда все перебрали, все проверили, и уголовный розыск с нами фотографируется, улыбается, и провожает везде одинаково. Это милость, ваша святая молитва. Мы вам очень благодарны. Мы просто, знаете, не просто так молитесь, а мы ощущаем помощь, прям видим вас. И где бы мы ни были, библиотекарем всем, узнаем, как звать, мы за вас молимся, вы помолитесь за нас. И все молятся, выйдут, благословляют уж как могут. Значит, едем в Томск. Нам нужно прорваться сейчас через Новосибирск. А город большой, и окружного пути как будто бы нету. Столько времени отнимает. И насколько мы приблизимся к Томску? Завтра мы должны быть в Томской главной библиотеке. В Новосибирске главная областная библиотека имеет книги. Техническая, это тоже областная. И областная юношеская. Вот. И дальше мы из севера этот выгрызли весь уже. Немножко заскочили. Там просто на Колывань. И дальше ни по Ордынку не пошли. Там очень далеко, это надо будет, мы отсюда начнем с Камня на Оби. Но через неделю, когда Витя придет, Андрей говорит, я отойду на неделю, а потом через неделю. Витя, может быть, через неделю поправится, и мы вот так вот будем. То в Томскую, то здесь. Сегодня мы там не загрузили. А зачем? Потому что мы туда увезли, обратно везти. Мы нагружаемся, идти через Барнаул. Мы один раз не сообразили, там загрузились, едем через Барнаул. Такой толк, а туда везли, а теперь, ну, разложили по ящикам только что. И сегодня я озвучил первый раз по-теряевски, ну и вам скажу, планы на будущее. Планы меняются, потому что мы практически Алтайский край закончили вчистую на 100%. Мы работаем так, как никто не работал до нас, потому что ни у кого нет того материала. Не потому что мы хорошие работники, а просто мы богаты. А раз я богатый, значит я налево, направо, говорится, не разбираю. И там остаются люди, и им даем пригласительные для людей. Оставали священникам целые ящики Евангелия Новых Заветов. Они своим... Это то, что мы делали сами, теперь делают люди. У нас помощников очень много. И Новосибирскую область, как только вошли, решительно другая обстановка. Никто там не травит, принимает по митрополитическому чину. Заходят, свечи в храмы зажигают, там обращается священник, как в одном месте был отец Иоанн, там, подождите, я вас по епископскому чину на колокольню, трезвон. Ну, совершенно другая обстановка. И у людей, и у всех, они не протравленные. Там епископ еще не знает, и работает просто, конечно, как человеку это приятно. Но опасности, гонения, они, во-первых, закаляют, а во-вторых, делают дело более крепким. Так что после епископа придет более склонный, здесь хотят поставить какого-то более, то, ну, в общем-то, мы уже ничего не имеем, потому что мы привыкли, у нас фронт, мы сражаемся все время, у нас все время накачка тут идет. И... Ну, вот так. Планы, значит, такие. Если мы все выбираем здесь, заканчиваем с Новосибирской областью через 2 недели, в каждый район, это 50 с лишним может быть. У нас опыт просто... Я все время говорил, опыта нет, помните? Теперь я сказать не могу. Опыт есть такой, какого ни у кого нет. Мы решительно везде все включаем, новое и новое, чтобы... Вот едем через реку, большая река, команда, все, отстегнуться. В случае чего падает, когда поезд, автобус, там, это падают ноги, никто не уважает, и собаку отстегнуть. Проехали, пристегнуться. Все, то есть это включено, и на каждой большой реке мы одинаково всегда это делаем. Спрятать машину, отъехать, где, как входить, какие первые слова говорить, на какие книги обратить внимание. У нас уже все отрихтовано. Уже вводить там ничего не можем, только попортить, если кто желает что-то. Но относительно реальности, то есть местности, тут уже пересмотр. С Кемерово мы закончить можем уже в следующем году, в самом начале. А Томск можем нынче просто поглотить. Там не так много, и раза два выйдем, и мы закончим. По районам. Там встречаются иногда большие села, прям большие. Въезжаем в село, видно огромное село, спрашиваем, сколько населения. В одном месте заехали в городок. Какой город? Спросили милиционера, 100 тысяч. Это что, в два раза больше Павловска. Ясное дело, что библиотека наша теперь знакомится. Оставляем визит, собирают всех работников, я выступаю перед ними, не считая, где кто-то в дороге. Было такое, что священники желают собрать, были такое, что упрекали даже, почему не сообщили, я бы народ собрал тут, и... то есть это та мечта, та моя стихия, в которой я прожил 50 лет. Вот. Бог открыл это мне уже в конце жизни, заново я переживаю свою юность, первые дни. Вы бы знали, как я рад. Я в своей среде. Они-то там воркуют впереди, сидят что-то там по транспорту, я о другом думаю. Как только выехали, из какого села, только последние дома проехали, ребята, молитва,
и 7 минут молитвы. Едем и молимся. Все полное молчание, шапки долой, и начинаем молиться. Они там поют о Царю Небесной, дальше 100 поклонов. Ну, а я один там про себя, у меня щеточки еще подарили. Все как надо идет. И вот я говорю, мы выбрали все. Но впереди у нас, если Россия в осенью не развалится, еще она будет Россией, вот такой цельный, где можем мы переезжать из области в область, как сейчас через Казахстан не проедешь, а тогда же раньше в Советском Союзе, хоть куда езжай, она одна страна была, то план нынче такой. То, что я озвучил в Потеряевке, дал знать. Но это только всего лишь разговор, план пока, ну, знаете, как разговор об этом, был разговор, и вдруг все, и машина куплена, и материалы вдруг достали, Евангелие там достали через Гион Новых Заветов. Евангелие в Иркутске получили. Речь идет о тысячах. У нас все меряется тысячами. И деньги, и ну, за машину не собрали, но мы ездим. Ездим. И шоферов как-то Бог дает. То дальше будет так. Выйду я через священников. Если Господь благословит, ему это угодно будет, и живы будем. В центр России, вот, допустим, Санкт-Петербург, Одесса. От Москвы до Румынии и посередке какой-то центр. Мы как бы Потеряевку хотим туда и перевести, в том месте поставить. Чтобы был город, где нас знают, где ждут и где-то на окраине. Чтобы долго не мотаться, а сразу. И начнем туда слать контейнера по пятитоннику, примерно 10 тонн. Сразу засылаем литературу и туда выезжаем. И оттуда начинаем как из Потеряевки, как из Барнаула, по Лучевой, до Петербурга и захватить до самой румынской границы и донизу. Та же самая работа. Это очень серьезно, но только будет цела ли Россия. Остальные препятствия меньше, значит. Контейнер, один пятитонник заказал, до второй, да соберем деньги, отправим. Заранее точное количество. Кроме того, когда мы едем и собираем на 20, по 30, 38 книг, полный комплект, у меня 38. И мы знаем вес 31 килограмм. И берем с собой Новый Завет, второе издание, дополнительно для подарков. И берем... Для Слова Божия нет узкости, но православие и две симфонии. Все, вот это вот то, что не по пачкам, а которое в пачках, это на два ящика. Первый ящик, второй. Первый до 11-го тома и что до открытым лотом. И далее до конца. И с этим мы заявляемся везде. А это, познакомились, церковь. Допустим, церковь небольшая. Библиотеки может нет. Тогда я священнику это дарю. Бывает так, другой священник получит, да вот вам на бензин хоть что-то дать. Это бесплатно. Это все бесплатно. Ну вот мы были в Новосибирске, и нашей Вале сын, там Роман, он построился, там как-то через лес едешь, ну как дачный еще поселок, ну уже по-настоящему строится. И он решил, тот раз не знал, что приедете вы, а вот этот раз я знаю. Ну скажите день, мы сказали в пятницу, в 6 вечера. Договорились, если будет 10 человек, то дадите знать, и я заверну. А заворачивать-то далеко. Я все время приближаюсь в пятницу ближе к Барнаулу. Ну... Дал слово. И получилось так. А Сергей говорит, ну а если будет 9? Вспомнил Авраама, говорит. А если, говорит, 15 нет праведников, неужели погубишь? Ну, ради 9 приеду все равно. И что получилось? Они старообрядцы. И пригласил 15, которые уже знают, там, врагов и лютых, каких не приглашали. 15. Из них пришел только один. Теперь он приглашает неверующих, которых знает, с кем работает. Ну, неверующий, то есть совершенно там директор магазина там один, и какой же там магазин, не знаю. И 10 человек, тоже пришел один. А потом еще несколько человек пришло, и получилось ровно 9. И первый, кто приехал в Новосибирск, с батюшкой, моя сестра Валя. Да еще их сын Никита раньше приехал. Прошла беседа так, что если бы было 100 человек, могло быть не так. Это человек-директор. Он выходил, когда уже все вышли, он подошел ко мне и говорит, а я пришел-то что? Подискутировать, поспорить. Но ничего не получилось. Пока до дела-то дошло, у него все вопросы разрешились, у него ничего нету. Как, ну, в университете как было, приходит с вопросами, не задавал, вышел, все вопросы. Это Бог опять повторил это. Вот, а из старобрядцев пришел один, он бывший летчик, как сестра сказала, потерпел аварию, что-то у него так это... Ну, повреждения. Ну и вот там эти свои старобрядцы давили, враждовали. А теперь он побыл маленько, да еще с опозданием, далеко. И все его враги-то теперь моя сестра показывает, перед ним, говорит, вот такие будут. Он говорит, мне этого достаточно, что я увидал и услышал. За глаза они все широкие, а никого нигде нет. Еще раз убедились баптисты,
которые там такие хваленые, на встречу нигде ни разу не пригласили, хотя мы приехали в их город, в их село, сообщили, походатайствовали, решительно отказались, как в Осинниках, вот она знает. Ее сестра родная баптистская, даже адрес пресвитера не дали. А они к нам, когда приехали, там из Табунова, где Игорь, я им и трехтомник подарил, и до слова Божьего, там на тысячи подарил литературы. Уже они знали, кто едет, и они удивлены были, вместе молились. Но встретиться лично, это совсем другое. Вот Бог как это делает. В одном месте библиотека имени Карла Маркса. То ли название библиотеки влияет. Первого библиотекаря увидел буйно одержимого. Никогда такого не было. Она как вышла, как-то глаза у нее вот так вот. Ой, она как увидала меня и сразу. Не подходите, только не подходите ко мне. Только не подходите вот так, Маша. Я что говорю? Начну говорить и объяснять. Только не говорите ничего, не говорите. Ее трясет. Конечно, буквально. Но я вижу, у нее мощная аллергия на меня. Тогда заходить надо куда? Я говорю, Сережа, ты иди, я посижу здесь. Естественно, что мы там ничего не оставили, это смерть. И да, они еще и не приняли, там начали еще что-то говорить. Вот. Один раз встретились. Ну, Сергей тут промазал, не сфотографировал, я бы показал, как. Теперь на этом образе можем, говорится, представлять, какие другие есть. Самая неприятная обстановка бывает, когда придешь, директора нет. Директора нет и неизвестных, где он есть. А за директором отдел комплектации называется. Это везде одинаково. Ну, там много работников, я начинаю объяснять, книги разложили. И вдруг директор является. Ей позвонили, такое дело необычное дарит. Но она приехала, видит, эти люди-то все за меня, книги здесь. А она выглядит теперь позади их. И она сразу решительно, я как директор, все это убрать. Я ничего не принимаю. Ей надо прежнюю свою власть показать над теми, которые вдруг на этот момент полчаса оказались выше ее. Выше, это явно, и она это поняла. Притом, директора, которые друг друга не знают, все одинаково ведут, которые опаздывают, все до одного. Это примерно человек, может быть, 25. Встречались в селах где. Это, если ее нет, она уехала, вопрос один, она приедет, книги осмотрела, положила. А здесь вот так. И поэтому нам нужен директор, или чтобы его совсем не было. Теперь, когда она начала против, теперь моя задача сделать ее другом. А она никаких ничего не слышит. Медленно, медленно начинаем разворачивать. Наконец она сама подходит, начинает книги смотреть. Все это сурово, все. Вы-то что, мелюзга? Вот я-то. Потом, ну ладно, давайте бумагу подписать, что ее это, бумагу. Дальше улыбается, дальше выходит, фотографируется, провожает везде одинаково. Я другой раз подойдут, ой, какая у вас мощная энергетика, какой-то свет там такой накручивает, они все. Да какой свет, мы все в грязи, в пыли. Вот. Нет, вы не говорите, я только подошла, можно хоть голову вам на плечо положу, там, или там, это, обниму, там скажут, рядом стану. Люди измученные в грехе, познайте Господа, Господь близок. Нам Бог это дал. Дал это Бог без хитрости, и мы отдаем без лукавства. И когда расскажем, в какой книге где-то что-то есть, ну, ясное дело, что они буквально плывут. Вот. Последнее было в Масляне, на такую дорогу едем. И не доехали, заночевали в лесу. Там, вот, после дождя, да где съезд наш, чтобы травяной было не так круто. И недалеко, чтобы не застрять. Это надо все иметь в виду. И прям рядом. Ну и завернули, и все так получилось. Нашли такое место. И думаю, такую даль едем. Едем. И там дорога такая. Что-то будет. А там прием такой, чтобы еще 200 километров проехали. Второго священника голубятника встретил. Три голубятника. Да не может мать его, сидит, коз дует. С козами. И первым делом ему приехать по Теряевку надо. И вот они, которые второго встретили, а один голубятник из Тобольска, сейчас звонил, где-то у него родственники в Горно-Алтайске, по Теряевку хочет приехать. Конечно, они настоящие голубятники, я-то какой? Я голубя-любитель. А я говорю, когда вы голубей полюбили? В 5 лет. Я говорю, я в 5. Почему-то в 5 лет. Ходится. Ну еще что-то коснулось. Он торопится, давайте ко мне в храм, да я оденусь, да свечи зажигают везде. Да, да я говорю, да не надо нам ехать, а нет, другой светильник, да третий, да везде сфотографируется. Они эти, которые голубей держат, они какие-то, так как и я, малохольные, или как сказать, в детство впавшие и не вышедшие из него. Вот у него улыбка с лица не сходит, он не знает, с какой стороны стать. И одинаково все при том. Вот что-то, то ли птица, голубь это делает, или уже голубям именно такие люди прислоняются в детстве застрявшие. Как дети. Ага. Ну, приятно, очень приятно знаться с ним. Его звать Виктор. И наш Виктор стали фотографироваться. Два Виктора, его рост там одинаковый. А я уже сразу, а тот так, комплекция. Сколько весу? Виктор там, ну, 78 килограмм или 76 килограмм. А у этого 105. Я говорю, сколько на тебе лишнего-то?
И как начало, да я уже вроде пытаюсь, да, потом сам поешь, на пятницу сегодня, какие сливки-то, да и правда пятница, он не знает, чем угостить. И стол закрытый, давайте по порядку. С чего начать? Во-первых, что это у вас там? Кофе убрать и никогда в дом не запускать. Что, конфеты все выкинуть и близко, чтобы не подходить. Я начал стол, то у него на столе там бублики остались. Бублики. И все это заснял. Ты заснял, наверное, Сережа, это? Когда за столом-то было? Ну, тут я уже просто в таком юморном виде. Вот, если Господь нас благословит, мы должны быть в Томске. Пробраться дальше сразу в центральную библиотеку, в две. Юношеская или городская, и сразу север пройти. Поэтому мы сегодня сейчас сразу начинаем работать. Кто хочет, сидите где-то рядом, чтобы не мешались. На том конце можно будет сидеть. Помощников не нужно. Вот главное у нас это Миша Михаил Петрович и сестры вот Галя, Нина, Татьяна. Кажется, больше никого тогда и не было, да? Да, трое только, Галя, Нина. Запасной у нас сегодня. Запасной, вы сказали сегодня еще. Ну ладно, это ничего. Я буду говорить, что мы как распаковываем. Делать абсолютно, как я говорю. В одном месте в прошлый раз отступили, ну чуть-чуть. Все, работа остановилась. И что в машину погрузили, выгружайте все назад. Три тома оказались лежат неизвестно из какого потери. Я сделал трех из друг друга в руки, и каждый говорит, что в руках книги, и проверяет. Друг с другом не сообщаемся, два конца. Ну все выверено уже. Нет, что-то они начали, видно, уже... Есть такое выражение в мире, что нехорошее, колбасить. Это не годится здесь. Здесь должен быть порядок, стройность. Ну, это вот есть симфония, чтобы было. И мы должны вложиться в это, как можно быстрее сложить. Потом мы пообедаем, позавтракаем. Вопросы? Там-то вы завтракали? Вы там завтракали в Потеряевке? Да, завтракали. Даже в другой раз, думаю, то ли ели, то ли нет сегодня. Когда легли спать, а ночью гроза, ну что. А Сережа мигнул там что-то телефоном-то. Они ну, совершенно не приготовлены. Я сказал, как темняется, нигде не искорки. Нас видно за километр. Нам не нужно, кто-то нас видел. Люди это останавливаются возле милиции. Нам наоборот, как можно дальше. И это нас сохранило. Вот с 17-го будет 2 месяца. Он что-то телефон, там, он любит играть с телефоном-то. Я уже закрываюсь в машине, вижу там... Мне пришлось открывать, а сапоги-то я тут пониже ступеньки, на ступеньке они закрыты. А когда я открыл, я не видел, что сапоги-то выпали. Сереж, ну что ты делаешь? Ну далеко же, видать, это прямо около трассы. Мы заблудились и не могли вылезти, крутили-крутили ребята. И видите, ночью тогда в первую же ткнулись, рядом березняк, открыто все. И, ну я скорее печку начинаю делать, моя задача затопить, поставить, налить чайник и чистить картошку. Все. А насыпает крупу, он и соль тоже, он только делает. У нас выверено, я сразу и бегу туалет копать, а закапать он будет. Понимаешь? И это нам помогает четко, стройно, быстро все делать. А шофер занимается своим и отдыхает там по машинам. Он нам, поскольку. Главное у него вот эта вот работа. Ну вот, утром-то забарабанил, дождь, гроза. А я и не знаю, что мои сапоги там... заливает на улице. Ну, обуваться не могу ничего найти. Ну, пришлось дверку открыть. Открыл, а мои сапоги стоят. Собирают. Я сразу Сережу телефон вспомнил. Эх-эх-эх-э. Из-за вас мои сапоги пострадали. Ну что тут, какой тут, не растопить, ничего. В машину и пошел. Далеко уезжать. И в одном месте там можно было остановиться, хотя бы холодной водой закусить. Они не тормознули. Впереди еще 4 километра до села. А через 40 метров начинаются дома. Все, будете ждать вечер теперь у меня. Будете делать так, как я вам говорю. А они не понимают этого. Ну, не до вечера, там, подольше. Когда выехали, нашли место, тогда уже расположились, дождя нет, но на холодное. Вода есть. Мы иногда кипяченым заливаем бутылки дорогой пить. Дорогой вот эта жара, обезвоживание организма идет. И у меня настолько сильная, меня судороги замучили. Я едва не крещу. Начиная от пальцев до ног, выше, все в судорогах. Я стараюсь ночью попить тогда еще, и тогда прекращается. А вот эти дни-то было прохладно, у меня ничего не видит. Видите, еще вот это даже, не знаешь, сидишь как в духовке, ну железный кузов. И, а когда на дороге, которая щебенка, открыть нельзя. Даже едешь как в тумане, прям недалеко только видать, пылища такая, открыть нельзя, собака задыхается. А мы гоним, и гоним, и гоним, а это горы, и все, одна щебенка, и мелкая, мелкая фракционная такая, она с одной пыли буквально, и какая она пыль-то такая, как и звездка. Кажется, разъедает все. Ну и ничего больше, открыть нельзя.
И вот мы сидим, я наверху открываю. Как только маленько села, открывай. Он с той стороны открывает, я с этой. Закрывай, там машина идет. Открывай, закрывай. Тот наворачивает, я здесь. А Витя одной рукой уже не открывает. Вот это то, чего мы не знали, что это может быть. Остальное так более-менее мы предвидели. Состояние людей мы знаем, все время с людьми работаем. Господь нас благословил. Первая поездка без Николая Крущины не совершилась бы. Первая, вторая. Это специалист, для нас это высший класс. Где он проезжал, в притирку буквально, машина в Москве, это там невозможно, наши вообще бы не тронулись. И он назад, что вперед никак. Не может он по-другому, как будто у него все слито, он и машина одно и то же. А уже тут полегше-то, когда беда чуть не погубила нас, Сергей-то за рулем, оказывается, заснул, и на краю, говорится, пропасти мы остановились. Вот он стоит. Вызвали, ну пропасть, а там глубокий кювет. Это не в горах было, из-за Римска 55 километр. Вызвали Игоря, благословен Господь, он согласился, приехал, и дальше уже поехали. Сколько мы проехали, и его отпустили домой. Он побольше 3 дней был. Кузбасс, захватили юг Кузбасса удачно. А дальше уже Витя только что закончил, Витя. Ну а сейчас брат Андрей. Ведь у нас в шоферах сначала 5 мы, ну лимит, мало. Нету. И поэтому уговариваем кого-то. Сейчас надо Николай Польгуев ни разу не ездил. А Андрюша этот головач. Мы не знаем. Я вот гляжу некоторые. Я не могу. Как не могу? Даже взять Севастьян. Прекрасный человек. Безотказный, хороший. Не может. Но жену повезти к родственникам во Фрунзе ничего не стоит на неделю, на полторы. Она бы на неделю хотя бы хватило. Нет. То есть вот это ограничение самого себя в деятельности ослабляет душу и делает его в дальнейшем вообще непригодно ни к чему. Для меня никогда, никогда, повторяю, этого не было. Вот 50 лет, 27 сентября будет, как я обратился к Богу. Никогда, надо. Я вам говорю, когда мы там застряли, а машину купить не на что, а купил я ее полностью всю. Батюшка меня первый раз в городе встретил, я из банка выходил. Он увидал меня, говорит, что такое? И застряли, машину нам испортили, умышленно испортили. В сервис загнали и бросили. А там жулики разобрали, денег им не заплатили, они там счеты натворяли, все течет, сопливеты. И я уже варианты разрабатывал. Один из вариантов, машину загнать, продать, бросить, купить новый и снова начинаем. Для меня препятствий никогда не было. Я их не считаю, Бог испытывает, Он знает. А где деньги брать? А я вопрос вообще такой не ставлю. Мой Бог богат, Он найдет. В Германии, в Америке, в России, везде есть люди, любящие Бога. И они каким-то образом могут узнать обо мне. То есть это фантастика, конечно. Ну, нашли мастера, мастер все выправил. Я ему там в карман деньги дал 2000. А из той деревни были дети. Интересно, детей привез туда Миша. Сам Миша такой спокойный. И несколько раз подходил. Вот это у вас жесткость ваша, вот так все быстро. Как мне нравится, нравится. Подает опять. Она что это как будто не понимает. И привел ребятишек, и ребятишки такие. Ни одного замечания нет. В лагере как будто все время были. До того хорошие ребятишки только приехали домой и говорят, нам в лагерь охота. Он сообщил оттуда. Вот если Господь благословит, лагерь продлится дальше, уже планы такие. И придется, Володя будет не воспитатель уже, а старший. Вы, главные помощники, должны там все подменить. Мы уедем из центра России. Шофер будет Витя. Сережа, как всегда, с собакой. Ну, а я пока что нужен. Тут Володя сегодня высказал, ну а я как, дескать, я теперь вообще, нет, конечно, я ну как бы недоволен, но что сделаешь? Я говорю, это возможно, ему говорю, на место Сережи, что Сережу отставить, но собака, чтобы была с нами. Ну а зачем мне это нужно, когда он хозяин, он тренирует, она не теряет свои качества. Ну пока в этом надобности нет, ну просто вариант, один из вариантов такой. Видим, что без шофера нельзя. Ну и пока я нужен. Книги, да что за книги, кто? А когда говорят, это автор книг, мгновенно, в течение одной секунды настроение меняется. Автор книг этих, ну тут ясно что. И выезжаешь, ну можно хоть автограф, то я говорю, это Евангелие, я не могу на Евангелие ставить автограф какие-то. Ну как же так-то там, ну еще тогда одну книгу какую-то, на той книге тогда я, ну распишусь здесь все, скажу, без Христа нет жизни, любая опасность делается радостью в нем. Ну, такое, что я сам испытываю, я не придумал ничего, а именно на сегодняшний день вот это то, что меня держит, несет, я это и напишу. Подписался Игнатик, то ну патриарх.
Еще бы вы делали, если бы были патриархом. Патриарх и есть. Для нас вы патриарх. Имя свое, я бы говорил, оставил. Только вообще Игнатий Ростовский Чудотворец, а там вообще Игнатий Богонос. Смеются. И вот какие телеграммы еще? Вот сейчас СМС. Патриарх Кирилл Гундяев фамилия его. Какой они на есть? Он патриарх. И если бы он приехал сюда, спрашивает, что бы сделал? Принял по чину его по патриаршему. Поклонился, поцеловал. Сел бы, накормили, дальше побеседовали. Я бы рассказал о бедах, которых он не знает и не подозревает. И что ему придется отвечать на суде Божьем за погубленное. И вдруг СМС сегодня мне сбрасывает, но только телефон есть. Но я обратно это не даю. Гундяй, патриарх, верит в Путина. Лучше бы он, сука, верил в Бога. Точно. Имя его знает. Знает, значит, так. Что я могу сказать? Не отвечает ничего. Во-первых, это никуда не годится. Не заслуг в народе. Но остальное не меня не касается. Ты за Путина, там, мне это никто не скажет, потому что в книгах моих я патриарши ответы разбираю. Моя задача, а о Путине многие спрашивают, а что бы вот вы, как бы вы, да как относитесь к его переизбранию? По главе Тимофея 2.5. Молитесь за царей начальствующих. И вот тут мое давление может достигнуть предела. Или уберет его Бог, или уразумит, или обратит. И... много вариантов. У меня только один, молиться. Я не могу ни киллеров нанимать, ни, ну как, этих судей, или Тихонова на Амана Тулеева покушение, чемпион мира по стрельбе, нанятые убить. Ничего мне не надо этого. Я знаю все в Боге. Если Путин будет преступник, самый последний-то, и я таким же, мне это не поможет. Если он будет святой, а я преступник, тоже не поможет. Но если я буду жить свято, хотя 100 их человек будет, мне это не повредит. Но у меня программа очень-очень простая. От сложного перейти к простому. Вопросы? Так, начинаем. Встаньте, перейдите на другую сторону. Я вам благодарен, кто остался, кого я увидел. Остаются те, кто хочет, и работники. Уже в газете появилась заметка. Сейчас вам дам эту газету. Кого? Про нас, что ли? Про вас, да. Тоголе. Тоголе. И что там ругается? Ольга Свечникова там была, там корреспондент. Вы с ней разговаривали? Ольга Свечникова. Потому что она пишет, что после разговора у нее длительные были размышления. И поэтому она написала эту статью. Еще она там пишет. А вот сейчас прочитаете. Интересно такая. Благодарю. Давайте. Благодарю, Игорь. Так, Геннадий Тихонович. Вот статья. Ну, прочитай. Давай. Интересный человек, книги в подарок. Игнатий Тихонович Лапкин, знаменитый современный православный миссионер, основатель села Община Потеряевки у нас на Алтае. На этой неделе побывал в Тоголе. Встреча с интересным человеком всегда в радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел, а ты еще долго размышляешь и вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многом. Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад с младенчества. Из книжки все. Занимался исследованием Слова Божия почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме за то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу и там. Каждый день, каждая минута дороги для него, как последние в жизни. Встает в 4:30 утра, молится и за работу. И так каждый день. Издал 38 книг. В Тоголу Игнатий Тихонович приехал по делу подарить свои книги в библиотеке. Сумма довольно приличная, но только одно условие у автора – не препятствовать чтению его книг пользователям библиотеки. Точно такие же книги получили городские и сельские библиотеки края, Кемеровской и других областей. Оценить по достоинству произведения автора можно в библиотеке имени Н.Н. Чабаевского. Ольга Воропаева, фото автора. Пожалуйста. Это же сколько экземпляров? Ну-ка, нету ли тиража? Это Надежда. Надежда поехала и как раз получили эту газетку. Это какая? Газета называется как? Надя Дмуха. «Сельские огни», Тобольская районная газета. Так, а сколько экземпляров? Сейчас посмотрим. Дала фотографию, тут это она сфотографировала. Да, сама. А у меня нет такой фотографии. Ну вот видите, это уже реклама настоящая. Вот здесь должно быть, вот в этом месте. Пока не вижу. Да. Хорошо.
Ну, небольшой, конечно, тираж сельский, но 1003 может. 1800. 1800. Ну, 1800 это... 1800 это не два. Так, держите. Благодарю.